Добро пожаловать на наш сайт. Сегодня приготовим колевы из ячневой крупы с маком. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Ячневую крупу промываем, выкладываем в кастрюлю, заливаем водой. Ставим на умеренный огонь и начинаем варку, периодически снимая появляющуюся на поверхности белую пену. Когда каша загустела, примерно через 10 минут варки, а вода стала немного мутноватой, откиньте кашу на дуршлаг, чтобы слизкая жидкость стекла. Верните крупу в кастрюлю, влейте молоко и продолжайте варку на медленном огне снова до загустения. Не забывайте мешать кашу, чтобы она не пригорала. Мак залейте кипятком на 5 минут, после чего слейте жидкость, а мак тщательно промойте. Переложите подготовленный мак в кашу, добавьте мед. Тщательно перемешайте. Верните кастрюлю на огонь и варите еще 5 минут. После чего сдобрите блюдо смородиновым вареньем. Я использовала черную ягоду. Хорошо перемешайте и подавайте к столу. Колевы из ячневой крупы с маком готовы. Рецепт с пошаговыми фото вы можете посмотреть на нашем сайте, ссылка которого указана в описании к видео. Приятного аппетита!